Первенство по пулевой стрельбе из пневматической винтовки «Мирное Отечество», посвященное 120-летию профсоюзного движения Беларуси, прошло в городе над Бугом. В состязании на самого меткого стрелка участие приняли более 60 человек. Это команды, представляющие порядка 20 первичных профсоюзных организаций Бреста и Брестского района. Второй год подряд Брестская областная организация вот, совместно с партнерами, в данном случае это Брестская областная структура, объединенная структура ДОСАВ, договорились о том, что ежегодно мы будем проводить совместные мероприятия. И в данном мероприятии, как вы видите, принимает участие представители различных первичных профсоюзных организаций Бреста и Брестского района. Соревнования проводились в командном и личном зачетах среди мужчин и женщин в упражнении ВП-1 из 8 выстрелов, 3 пробных и 5 зачетных. Стреляют упражнения ВП-1 с упором на стол. Но так как люди, как говорится, это не спортсмены, не очень подготовленные, неправильно я сказал, что не очень подготовленные, весьма подготовленные по результатам, я посмотрел, что, видимо, тренируются все-таки. Немножко мы упростили им мишени, не классические спортивные, потому что вы все прекрасно знаете, что это надо тренироваться. А люди все заняты на работах, тем более такие ответственные должности, тут администрация районов и облсполком, поэтому люди все равно стремятся, приезжали, тренировались здесь до этих соревнований, поэтому результаты вполне приличные. Среди женщин первое место завоевала Светлана Сидорович, лучшим среди мужчин стал Олег Шевчик. В общекомандном зачете по сумме набранных баллов лучшими стали команды первичных профсоюзных организаций Главного статистического управления Брестской области, Комитета государственного контроля Брестской области и учреждения Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь. В том году тоже принимал участие, занял второе место, и меня попросили наше руководство, председатель, чтобы еще поучаствовал в этом году. Буду надеяться, что, может быть, результат улучшил. Пулевой стрельбой когда-нибудь занимались? Я в школе занимался, в принципе, стрельбой. В армии неплохо стрелял, но мне нравится. Призеры и победители соревнований награждены памятными кубками и дипломами. Екатерина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.